Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Тебе хоть по капельке здоровье возвращается? Или... Надеюсь, да. Ну, дай бог. Михаил Дмитриевич, добрый день. Здравствуйте. У Леонида Антоновича квартира как будто 20 метров длиной. Такой вот ракурс получается. Это потому, что у меня за спиной меньше 3 метров. Наверное, да. Но ракурс хороший. Хороший. Ой. Что-то нету докладчиков нету. Ну, сегодня один докладчик. Позвонить Герду? Ну, нет, он подключится, надеюсь. Ну, давай подождем. А если в 15 не подключится, я ему позвоню. Хотел что-то спросить и забыл. А, Анна Владиславовна, ты меня слышишь? Нет? Ну, ничего страшного. Чем занимаешься, Дмитрий Сергеевич? Кроме того, что ведешь занятия. Веду занятия. Это просто ужас какой-то. Это просто ужас. Я прямо как будто этот. Только после аспирантуры. Каждый день, как папа Карло. Совсем плохо. Даже не знаю, что сказать. Так сложилось, да. Михаил Дмитриевич, Дмитрий Сергеевич, если я не ошибаюсь, отзывов на диссертацию Дужина пока не пришло. Должны ли мы подергать разных оппонентов, ну, например, Гусева, который сам наверняка палец о палец не ударит? Должен ли я Васильева подергать, чтобы он написал проект отзыва? Мне писал Василий, говорил, что он напишет для нас рыбы и обещал это сделать, по-моему, на следующей неделе. До конца недели? Ну, мы так конкретно не разговаривали. Я сейчас попытаюсь проговорить. Если это закончится 5 декабря, так, по-моему, да? То тогда останется 2 недели на подписывание. В общем-то, приемлемо, да, все нормально. Это я в связи с вьетнамцем своим заволновался. Я могу Василию написать и напомнить об этом деле, что до 5 числа надо бы... На всякий случай, что это не просто где-то там приблизительно, а уж надо бы точно, чтобы они успели... Если бы нормальное было время, то 2 недели совсем легко. А в коронавирусное время это сложно. Ну так, кто-нибудь будет недоступен. Заболеет, пропадет, еще что-то. Пожалуйста, если можно, тогда сделать. Я сделаю сегодня. Дмитрий Сергеевич, так, у Герта не получается зайти, сейчас я ему еще раз ссылку пошлю. Хорошо. Добро.
Диваков сейчас присутствует на лекциях Голубцова как принимающая сторона. Так и хочется спросить, что именно принимающая? Принимающая сеанс, чтобы потом было чем отчитываться перед дирекцией программы 5 ТОП 100. Mm-hmm. Прикладывать записи, там еще что-то, следить за тем, чтобы документация была в полном порядке. Принимающая протокол проведения мероприятия, если на красивом канцелярском языке. Звучит красиво, а на самом деле не очень хорошая работа. Ну что делать? Хоть и не трудная. Если только одно, то не трудное. А если 97, то начинает уже гнетать. Ну да. Будем надеяться, что у Владимира Петровича удачно закончится его попытка. Надеюсь, он подключит, да. Внедрится в наш сеанс. О. Добрый день. Добрый день. Ох ты. О, я не так тоже что увидел. Хорошо. Да, Владимир. Я тот инопланетянином. Как? Да, да. Я зеленым, я себя не вижу. Камеру, что ли, я должен что-то сделать? Что-то странное с камерой, да? Нет, дело в том, что я из дома выхожу. Я раньше выходил с работы, и у меня Teams только сейчас установил, почему-то фейл, установка. Я не знаю, что сказать. Я только сейчас... Петя знает, он как-то... А если попробовать сейчас расшарить это самое? Да, думаю, не принципиально. Давайте расшарим экран просто. Если получится, то это изображение будет уже не... Ну, давайте расшарим, да. То есть, кто это будет делать? Я должен? Да, вы должны зашарить экран свой. Сейчас, я найду, где это. Опция расшарить. Переключить камеру. Я исчез. Так. Я не вижу, чтобы мне микрофон включить. Ну, я там был включен. А вот сейчас появился я. Вот, да, вот вы появились. Появился. Теперь давайте только как расшарить. Ну, квадратик со стрелочкой.
Вообще-то прямоугольник. Вот, но можно считать, что параллелепипед. Да, все, открываю. Открылось, да? Мне пока не видно. Но это не знаю. Да, открылось. Можно слегка увеличить, да. Ну все, нет, я... я в таком случае уберу свой этот самый, чтобы не мешать. Хорошо, спасибо, Леонид Антонович. Так, ну я на полный экран могу, конечно. Ctrl-L. Так. Так, ну кто объявит председательствовать или сразу начинать мне? Я думаю, конечно, что да. Раз уж так принято и где-то записывается, на правах принимающей стороны, у Дмитрия Сергеевича, который традиционно исполняет роль председательствующего, сегодня на 95% отсутствует громкость голоса, поэтому я объявлю. Выступит с докладом профессор Герд Владимир Петрович с очень интересным докладом. Просим, Владимир Петрович. Спасибо. Давайте расскажу о результатах. Это частично результаты, ну, практически все в рамках нашего проекта РНФ здесь. И это пойдет речь о, конечно, разностных. Тут просто слово в заголовке дискретизация, но я буду иметь в виду, конечно, разностные дискретизации. То есть обычный метод конечных разностей. Вот. Ну, получаемость с помощью компьютерной алгебры и дискретизации именно Навье-Стокса, уравнение Навье-Стокса для несжимаемой жидкости. Это важный момент. Уравнений Навье-Стокса много. Очень большой, разных вариаций. Но вот для несжимаемой жидкости. Каковой можно, например, считать воду? Она сжимается, но не очень сильно. Вот. И теперь я хочу сказать о своих соавторах. Это вот Даниэль Робертс, с кем мы сотрудничаем много лет уже. Он работал раньше в Ахене, потом сейчас получил позицию уже порядка лет 8-10 в Англии, в Плимуте. Ну и с Юрием Анатольевичем Блинковым, которого все знают здесь, аудитория. Да, который начинал моим студентом, и вот мы продолжаем работать с ним. И в этом отношении тоже, в разных схемах, в эволютивных базисах. Вот. Давайте, значит, мы... Вот название все, ну я тут вот... Аффилиация у меня и его, и я, и Рудно здесь. Ну вот план мой такой. Я сначала расскажу введение вообще, что мы хотели бы получить, что, где компьютерный алгебр может срабатывать в этой деятельности построения разностных схем, например, анализа разностных схем. Ну потом расскажу об уравнении Навье-Стокса. Потом о предподготовке получения качественных разностных схем. Это вот приведение в инволюцию. И потом вот построение самих схем. И потом их численное, экспериментальное, ну, путем вычислительных экспериментов, вычислительно-экспериментальный анализ качества. Ну и сравнение схем, которые обладают несколькими схемами. Мы посмотрим 4 схемы. С разными свойствами, без сравнимых. Вот. Одна схема будет лучше в этой компании, не только в этой. Мы уже получили, я в конце скажу, уже результаты, которые пока не включены. Вот. Значит, ну что такое, конечно, разностные аппроксимации? Ну это мы, значит, выбираем, во-первых, сетку, область, конечно, в которой мы хотим решать. Строить численное решение, сеточку. Ну вот, чтобы применять всю мощь алгебры, компьютерной алгебры, и здесь не только, здесь еще работает дифференциальная алгебра, которая алгебраический анализ делает исходных уравнений строгие, и еще разностная алгебра, которая работает, делает анализ разностных уравнений алгебраический. И чтобы вот эти три комбинации алгебр, как говорится, применять нас устроит только регулярная сетка, ортогональная, регулярная, равномерная, возможно, с разными шагами по сетке. Вот здесь H1, HN. Я сразу пока рассматриваю общий случай,
уровней в частных производных, n маленькое независимых переменных и полиномиально нелинейных. То есть это должны быть многочлены по, если говорим пока об уравнениях дифференциальных, многочлены по неизвестным функциям и их частным производным. Ну, над какими-то вычислимыми коэффициентами многочлен. Ну, например, рациональными числами или рациональными функциями с рациональными коэффициентами, которые алгоритмически можно работать. Они образуют поле. Я потом чуть-чуть скажу. То есть с вычислимыми коэффициентами, алгоритмически вычислимыми, что можно складывать коэффициенты, умножать друг на друга, они имеют некую каноническую форму, чтобы можно было сравнить, отлично от нуля или нет. То есть это вот поле, полевые операции и плюс, в общем, конструктивизм поля. И достаточно общий пока разговор. Потом перейдем к Навьестоксу. И вот задача, построив дискретизацию на сетке, вот на такой сетке, мы должны... Не всякие дискретизации хорошие, не всякие подойдут на практике. Главным требованием это сходимость. Сходимость, то есть мы должны, конечно, снабдить граничными или начальными условиями нашу дискретизацию. И вот тогда, и соответственно, оно должно удовлетворять очень важным сведениям. Это значит, корректно поставленные задачи должны быть. Это значит, эти условия, граничные, начальные или смешанные, должны обеспечивать существование решения, единственность решения. Это вот требование к корректности. И еще плавную зависимость от начальных данных. То есть маленькие численные возмущения данных не должны приводить к большим возмущениям в решении. Это вот так называемая постановочная корректность определенная, которую начал еще Жак Адамар заниматься примерно 100 лет назад. Вот такое требование должно быть. И чтобы сходимость была, чтобы численные, в случае, когда шаги сетки стремятся к нулю, определенным, пусть каким-то образом все, то есть решение должно сходиться к точному решению. Сходимость – самое нетривиальное требование, оно строго исследуется, это анализ, это не алгебраический аспект обычно. Вот оно исследуется очень, только в простых вещах строго доказано. Значит, простые вещи – это что? Линейный случай одиночного уравнения дифференциально в частных производных. Это доказано, значит, это теорема Лакса, называется алмазная теорема Лакса, вот критерии. Лакс и Рихтмайер доказали для определенных, как я сказал, начальных задач. Начальные задачи простые достаточно. Тем не менее, доказательство очень нетривиально. А я уж буду говорить о системах уравнений, да еще и нелинейных, Навьестокс. Там никаких теорем о сходимости практически нет. И близких даже нет. Строгих. Но зато есть вот принцип Лакса, эквивалентности. Это что означает? Что эмпирически сходимость обеспечивается двумя свойствами. Это вот аппроксимацией или вот согласованностью дискретизации с исходным уравнением и устойчивостью. Вот устойчивость, первое можно проверять алгоритмически, об этом буду говорить. А второе очень нетривиально в случае нелинейных уравнений. Тоже, например, метод фон Нойман работает для линейных уравнений, да и с постоянными коэффициентами обычно. Но, тем не менее, вот, стабильность можно эмпирически проверять. Например, брать и шаг сетки уменьшать два раза, потом еще уменьшать и смотреть решение так чисто экспериментально, сходится ли, то есть устойчиво ведет себя или нет. Вот. А вот согласованность – это алгебраический аспект. Так что вот такие два проверять. И вот всякие есть работы на эту тему, но общепризнанно эмпирический факт, что если согласованность или аппроксимируемость и стабильность выполняются в данном случае, то сходимость обеспечена. Вот, значит, и вот что может компьютерная алгебра здесь?
Во-первых, в некоторых случаях она может строить автоматически разностные аппроксимации. Мы с Юрием Анатольевичем начали в 2006 году. Первый результат. Используя технику базисов Грёбнера. Разностных уже тогда. Ну и дифференциальных тоже. И то требуется. Можно строить. Это, правда, очень трудоемкий процесс. Вот. И мы построили несколько схем таким образом. Иногда удивительных. Например, в 2006-м, вот в работе этого года, 14 лет назад, мы взяли как пример уравнение Кармана-Фальковича. Это газовой динамики. Может, Юрий Анатольевич в своей диссертации об этом говорил. Но я скажу, потому что это уравнение нелинейно, квадратично-нелинейно, одно уравнение в частных производных, значит, и две независимых переменных. Вот. И оказалось, что квадратично-нелинейное уравнение, а вот эта процедура генерации, приводит автоматически, приводит к кубично-нелинейной разностной схеме. То есть это никогда в голову бы не пришло, без алгебры, которую мы используем. А зато нелинейность возросла, зато ударные волны очень хорошо, без всяких переключателей, локализуются на одном шаге сетки, вызывают очень большой интерес. Я делал доклады в Ахене, в институте Кармана на эту тему. То есть вот, правда, там было одно уравнение, но решение, то есть построение схемы все-таки сводится к алгебраическим манипуляциям системы разностных уравнений. Но я не буду об этом говорить, просто скажу, вот это компьютерная алгебра. Ну, потом вот Ворожцов, Ганжа использовали компьютерную алгебру для устойчивости. Достаточно простые случаи, но и вот Левандовский с Мартином делали это методом компьютерной алгебры, проверяли устойчивость в линейных случаях обычно. То есть работает, в каких-то случаях работает компьютерная алгебра. И в построении, и в проверке устойчивости. А вот согласованность, это потом дальше будем. Это наиболее продвинутый путь. Вот. Теперь я закончил. Давайте я теперь... Да, вот какие требования все-таки, кроме сходимости, или есть еще требования к качеству разностных аппроксимаций? Я уже сказал, сходимость, значит, устойчивость и согласованность или аппроксимируемость. Дальше консервативность. Очень важная вещь. Это наследование на дискретном уровне, значит, законов сохранения, которые присущи дифференциальному уравнению, особенно гиперболические вещи, ну не только параболические системы. То есть вот надо бы делать так, если можно, такие разностные схемы, которые сохраняют. Вот это вот Михаил Дмитриевич, если Леонид Антонович, при моем некотором участии, значит, вот такие тоже деятельностью занимаются, значит, алгебраический интеграл движения или законы сохранения. Это важный момент, эмпирически важный. Опыт показывает, что те схемы, которые сохраняют интеграл движения или законы сохранения, как правило, лучше работают численно. То есть это эмпирическое правило, и все понимают, что это очень важно. И я покажу, как на Вестоксе это важно. Теперь, далее, симметрия. Это связанная вещь, но не совсем. Законы сохранения – это одно дело. А симметрия – это немножко другое дело. Например, симметрия может быть одна, например, высшая симметрия, например, Картевек де Фриза. А законов, конечно, много. То есть они взаимосвязаны, но не совпадают одно с другим. Потом еще вот такое обязательное условие, например, если мы знаем, что решение должно быть положительное из физических принципов, например, абсолютная температура, плотность, концентрация – и так далее, то отрицательные нам, которые могут получиться при численном решении, нас не устраивает. Всякие осцилляции, то есть нужно обеспечить физический смысл получаемых численно результатов. Вот. И теперь вот насчет это понятие наследования в широком смысле, в разном смысле, мы поставим задачу такую, постараться, где, насколько это возможно, сохранить
на дискретном уровне все алгебраические свойства исходных дифференциальных уравнений, как бы наследование. Вот такие, такие схемы, которые наследуют или подражают алгебраические свойства разных аппроксимаций, подражают алгебраическим свойствам дифференциальных уравнений, называются миметическими или подражательными. И вот здесь очень большая активность в мире. Вот я сошлюсь на выпуск журнала 2014 года, журнал вычислительной физики. Видите, журнал, это 500 страниц вышел, посвященный этой проблеме. То есть показать численно на реальных задачах, как дискретизации, не только разностные, там и, конечно, объемные дискретизации, и, конечно, элементные, как они, что и учет вот подражатель, как что подражательные эмпирически всегда выдают хорошие, не всегда, но в большинстве случаев выдают результаты лучше, чем те, которые не являются подражательными. То есть это вот экспериментальный факт путем вычислительных экспериментов. И вот мы с Робертсом в 2010 году, 10 лет назад, на конференции ISAC, начали с линейных и попытались эту идеологию, алгебру перетащить, такую алгебру, которую до нас никто не перетаскивал на разностный уровень. Эта алгебра означает так, мы не просто алгебраические отдельные свойства, а всего идеала. Вот дифференциальное уравнение, если это многочлены, к которым применима дифференциальная алгебра, дифференциальные уравнения порождают некий идеал в кольце дифференциальных многочленов. Идеал от бесконечного множества следствий исходных уравнений, которые все на решениях, общих решениях уравнения обращаются, то есть выполняются. И вот это бесконечный набор следствий. И вот так, чтобы не только аппроксимация была самих уравнений разными методами, но чтобы элементы разностного идеала, который порождается разностной схемой, аппроксимировались, каждый элемент разностного идеала аппроксимировался некоторым элементом дифференциального идеала. То есть вот соответствие между бесконечным множеством элементов идеала дифференциального и идеала разностного. Вот такое алгебраическое, чисто алгебраические свойства. И вот мы в линейном случае сначала простоты уравнений убедились, что это полезная вещь. Назвали мы такую согласованность на языке идеалов сильной согласованностью. Если сильно согласован, то обязательно аппроксимируется в обычном смысле согласован, но обратное, вообще говоря, неверно. Мы тогда уже контрпримеры привели. Вот. Ну, внизу написаны строчки, вот, что означающие, что такое сильная согласованность. И вот мы потом, я в 2012 году на MMCP, я обобщил это понятие на нелинейные, полиномиально нелинейные системы. Это сводится, так как проверка этого свойства к разностным базисам Грёбнера. Но разностные базисы Грёбнера, кольца-то не и дифференциальное кольцо, и разность, они не нетеровые. И объект, как базис Грёбнера, он, вообще говоря, не конечный. То есть алгоритма не существует, основано на нем. Но мы продвинулись с тех пор дальше. Я рассказывал здесь, мы уже разработана декомпозиция Томаса, который общий дает алгоритмический подход проверки свойства сильной согласованности в случае любых полиномиально-нелинейных систем уравнений. Ну, сами уравнения конечный дифференциальный набор должен быть. И можно вот это все, если удастся просчитать это все до конца, но алгоритмически доказана корректность этой процедуры, оканчиваемость. Вот. Значит, продвинулись. И вот, это я вернулся назад. Вот давай теперь перейдем к уравнению Навье-Стокса. Удивительный мир уравнений Навье-Стокса. Хочу вам, во-первых, вот они перед вами, выписаны. Для несжимаемой жидкости трехмерные уравнения
x1, x2, x3 – это независимые переменные. У жирная – это вот вектор скоростей жидкости локально. Ну, скорость – это значит маленького объемчика жидкости в данной точке. Скорости, они тоже функции x, y, z, t. Давление еще присутствует. Четвертое – зависимая переменная. Еще константа одна есть, число Рейнольдса, от которого очень зависит картиночка. Например, переход, например, при больших числах Рейнольдса очень возникает стохастические вещи, турбулентность, присущая этим уравнениям. Очень проблема серьезная, изучить турбулентность. Много нерешенных задач. Так что один параметр, четыре уравнения, четыре неизвестных функции. И здесь, конечно, эти уравнения удивительно сложные. Хотя выглядят в каком-то смысле, ну, нелинейность квадратичная, простейшая из нелинейностей. Вот. И никогда не скажешь на первый взгляд, что уравнения такие сложные, как они есть сложные. А сложность заключается в том, что решение этих уравнений очень чувствительно к начальным и граничным условиям. То есть малейшие вариации начальных либо граничных, либо вместе приводят к совершенно другому типу решения. Поэтому точное решение, вот я буду приводить, это каждое точное решение вот этих уравнений – это сенсация. Я буду рассматривать здесь двумерный случай для простоты. Мы трехмерно еще будем решать вот в следующем году численно. С двумерным уже навозились много. Вот. И уже у двумерной уже сложно. Ну вот у двумерных найдено только одно точное, пока нестационарное решение, зависящее от времени. Одно. Хотя уже вот стационарных решений много, но мы интересуемся именно нестационарными, полными решениями, зависящими от времени. Вот. Значит, смотрите, откуда это идет, чтобы для понимания. Это ньютонова жидкость. Жидкость, вот, несжимаемая, с постоянной плотностью, движется, например, в поле силы тяжести. Это закон Ньютона. Вот они выражают эти уравнения, выражают закон Ньютона. И вот верхнее уравнение – закон сохранения плотности для несжимаемой. Вот это условие ро-константа. Вот оно. Дивергенция векторного поля равна нулю. И вот это уравнение для константы, ро-констант, сводится вот к верхнему уравнению. Это уравнение неразрывности. А три остальных – вот эти вот ньютоновые уравнение ньютоновой жидкости. Ускорение жидкости, вот оно красным обведено. Плотность постоянная. Оно обусловлено силами, которые действуют. Силы трех типов. Это градиент давления за счет разности давления в точках. Это сила тяжести. И это еще силы вязкости натяжения. Вот это ньютоновая жидкость. Простые, относительно простые и очень естественные. Да, не открыты были. Сначала Эйлер написал, потом в случае вязкости это Навье и Стокс. Это 19 век. Стокс еще работал в первой половине 20 века. Вот это уравнение. Вот давайте я о нем скажу чуть попозже, а сейчас мне хочется переписать его вот в векторном виде. Вот так. Для компактности. В векторном виде. Вот это, вот система уравнений. Набла – это набла оператор стандартный. Вот. И вот мы пока выпишем в компонентах, но не в таком виде напишем, а давайте запишем сразу, я уж буду потом представлю лучшую схему из того, что нам удалось получить, но я, видите, это уже в дивергентном виде, это закон сохранения массы, выписан. Дивергенция векторного поля 0. А вот эти вот ньютоновые, собственно, вот это вот это закон сохранения масс, а это, собственно, уравнение на Вьестокс, F1, F2, F3. Я перепишу их вот в таком виде, где я ввел вот дивергенцию вот такого векторного поля, три компонента, U квадрат, UV, UW. Это очень полезно. Вот это присутствует. Мы вообще, наша техника, о которой я помню с Блинком, была так. Сначала везде, где только можно, переписать в интегральном виде, в виде законов сохранения. Все уравнения отдельные системы.
И потом только дискретизовать их. Интегральные уравнения часто обладают, в отличие, позволяют исследовать разрывные решения или негладкие решения. Сейчас не буду об этом говорить. Но вот переписали мы в таком виде. И легко проверить, что вот это вот нижние три уравнения эквивалентно вот этому по модулю уравнения неразрывности. Если учитывать уравнение неразрывности, то это вот две абсолютно, вот это вот абсолютно эквивалентная формулировка, хорошо известная, задолго до нас. Вот известная, вот эта эквивалентность вот этим уравнением на Вес-Стокса. Вот мы ее и взяли за основу, прежде чем получать разностную схему. На ее основе. Мы много чего другое делаем, но я сразу буду говорить. Теперь смотрите. Первый шаг в нашем подходе, вообще, чтобы вот эти миметические, алгебраические, миметические разные схемы получать для системы уравнений. В общем случае, надо приводить систему в инволюцию. Что это такое? Это значит добавить к этой системе все скрытые, пока что скрытые, следствия вот этой системы. Следствие – это уравнение, которое алгебраически не зависит от этих. Алгебраически не зависит. А зависит дифференциально. Вы имеете право дифференцировать, предполагаете гладкость решения, необходимую для конечного числа производных. Вот. И потом манипулировать алгебраически, то есть умножать, дифференцировать, складывать и так далее. Чисто алгебраически и добавляете еще дифференцирование. И вот следствием уравнения называется уравнение, еще одно дифференциальное, которое выполняется на всех решениях этих уравнений. Ну, при условии достаточно гладких решений, скажем так, поскольку вы дифференцируете. Вот это следствие. И вот надо извлечь все алгебраически независимые следствия и добавить в систему. Тогда она становится инволютивной, если мы можем это делать. Вот. И вот здесь мы применили это с помощью декомпозиции Томаса дифференциальной. Это легко делается и многими другими методами. Даже на руках делается. Вот следствие, которое получается. Это хорошо известно следствие. Уравнение Пуассона для давления. Видите, Лапласян стоит от давления, а здесь вот этот член добавил, нелинейный. Вот это уравнение Пуассона, оно хорошо известно, и оно очень важно для численных методов, потому что если вы посмотрите сюда на это уравнение, из него очень трудно определить численными методами давление, потому что здесь скорости естественным образом, видите, это эволюционное уравнение по скоростям, нижние три. И начальную задачу, например, решать, U находить легко, а вот P трудно отсюда находить. А вот если получить следствие, вот это вот, которое на всех решениях выполняется, отсюда это Пуассона, тактика, отработанное решение таких уравнений. И находить давление отсюда удобно, а уже скорости находить из вот этих, из F1, F2, F3. Но при этом нужно обеспечить выполнение этого. Это важное условие. Вопрос, сразу возникает проблема. Вот это вот F4 можно переписать. Это следствие вот так появляется. Где вот это производное от F1, значит, F, вот берем вот эти действия, делаем над F1, F2, F3 и на F0. Вычитаем, получаем вот это уравнение. Вот это следствие. Если каждое из F1, F2, F3, F0 выполнено, уравнение на Вес-Стокс, то F4 будет тоже выполнено. Оно дает инструментарий решения нахождения численного давления. Вот, если мы добавим F4 к этой системе, то получим инволютивную систему. Вот мы работаем, дискретизуем инволютивную систему. Но прежде чем я это буду говорить, я хочу все-таки, учитывая вас, познакомить немножечко с фундаментальнейшим вопросом. Ведь уравнение на Вес-Стокса – одно из задач тысячелетия. Пока что решенное только Перельманом, гипотеза Пуанкаре доказана. А вот это, оно будет неявно очень связано с численными методами, которые мы будем. То есть это серьезное дело. Мы, конечно, не докажем это. Но я хочу просто сказать, вот мы будем численно решать именно то,
задачу, которую строгое решение, которое а даже просто доказательство существования решения, это есть шестая проблема миллениума. Давайте я сформулируем. Только я добавил вот в шестой проблеме формулировки уравнение Пуассона не фигурирует. А я расширил его, его можно добавить, оно является следствием. В оригинальной вот есть только уравнение неразрывности, это именно трехмерное уравнение неразрывности. Это не сжимаемая жидкость. Это вот уравнение неразрывности на вес токс собственный. Мы добавляем это. И мы говорим, это вот уже задачу тысячелетия формулируем. Предположим, мы хотим найти решение, которое с бесконечности принадлежит во всем пространстве. X, Y, Z и на полубесконечной оси, от нуля до бесконечности. Задача стоит доказать существование такого решения при заданной начальной задаче, но которая обладает конечной энергией. Значит, интеграл, ведь U это скорости, квадрат скоростей это кинетическая энергия, плотность на единичку объема жидкости. И вот вот такое условие, чтобы было выполнено. Вот доказать существование вот такого решения данной начальной задачи. Вот вам проблема тысячелетия. Миллион долларов ждет. Я боюсь, что мы не дождемся. Но я хочу сказать, что вот очень важный результат, пока что самый важный в этом направлении. Это для двумерного случая это было доказано Ольгой Александровной Ладыжинской из Петербургского университета, из Памира, которая умерла в 2004 году. Вот. Я когда ездил, мне удалось ее увидеть это в 2000 году на конференции, посвященной 150-летию Софьи Ковалевской. Она еще активно работала. Ну вот она. То есть для двумерного случая ответ получен. Такое решение существования, таких решений доказано. А вот трехмерное остается нерешенное. Вот она пошла. То есть я пока... И мы будем именно такого рода численно решать, конечно, в этой постановке. Локальное, не глобальное решение. Локальное. Вот смотрите теперь. Теперь я вернулся. Теперь я выбираю сеточку. Я хочу построить теперь хорошую разностную схему. Вот для задачи, скажем, пока вот вместе с уравнением Пуассона для инволютивной системы. Как я беру? Я беру вот регулярную сетку с разными шагами по времени. И по времени тау шаг, по пространственным h1, h2, h3. И заменяю вот эту, пока без уравнения Пуассона, заменяю, значит, поставляю сеточные функции, аппроксимирую производную по времени и пространственные производные, аппроксимирую, значит, вот эти D1, D3, выбираю, например, вот такие вот аппроксимации частных производных. Здесь центральная аппроксимация, здесь передняя по времени, ну и Лаплас, стандартный бюро, типа крест, значит шаблон, все стандартно. Здесь я могу это делать, по определению это есть обычная аппроксимация, пока сильно я не говорю, обычная. Ясно, что эти уравнения будут аппроксимировать исходное уравнение на вес токса, прям по построению. Вот. Хорошо. Теперь я перехожу к этим уравнениям, рассматриваю разностные уравнения. Вот. Смотрите, я выбираю вот такую, это уже для разностной алгебры. Я не буду вычисления, просто расскажу идею. Выбираю вот такой ранжир, такое упорядочение операторов сдвига. У меня их 4. По сетке, то есть по времени, по пространству три сдвига. Я между ними такое соответствие беру и выбираю сеточные функции, на них тоже накладываю отношение порядка или ранжир, разностный ранжир. Наложил. Теперь я тогда делаю вот такой трюк, я просто его описываю. У меня
чтобы получить S-полином или базис Грёбнера разных и построить. Поскольку у меня Т старшая производная, посмотрите, Т, сейчас. Сетка. Ой, перехожу не туда. Извините, пожалуйста. Что такое? Почему нет? Так, так. Сейчас. Я... Смотри. Вот так. Я дифференцирую вот это уравнение по Т. Не дифференцирую, а сдвиги применяю. Оператор ДТ. Применяю ДТ. Делают так, как я привожу в инволюцию, как я получил вот это вот уравнение. Видите, такой же порядок аналогичный. Вот это вот. А я даже тут не выписал в дифференциальном случае. В общем, я делаю по той же схеме, по которой я получал уравнение. Вот это вот. Видите, дифференцирую по ТФ0. Вот это вот. А потом редуцирую вот это ДТ по У. По модулю вот этих уравнений на вес токса. Делаю точно такое же, только с разными операторами. Делаю аккуратненько. Вот здесь. Вот и все выписано. Сейчас не здесь. Вот. Вот я делаю. Это то же самое, что я показал. Вот я беру, сдвигаю по Т. Операторы D. Пространство или временные коммутируют операторы сдвига. Я, значит, применяю сдвиг, и потом вот после этого использую вот это уравнение на вес токса, вот это вот, чтобы производную переписать, вот это ДТ, записать вот через эти, ну, перенести в правую часть по существу. Если я так сделаю, то я получаю вот такое уравнение. Это есть дискретизация по построению уравнения Пуассона для давления. Я никаких чудес нет, я просто это делаю. Но вот чудесно начинается чуть-чуть другое. Посмотрите. Пока все хорошо. Но дело в том, что у меня есть еще уравнение неразрывности в дискретной форме. Уравнение неразрывности, вот это вот уравнение в дискретной форме. Я его сейчас буду, вот я здесь, я могу дельта 3 и d переставить местами и применить... Что мы и делали раньше. Применить D у тильда это 0. По закону сохранения разностный аналог закона сохранения, закона неразрывности, то есть закон сохранения массы. Но я этого не буду делать. Почему? Потому что у меня вот эта вот система, вот это уравнение, если я возьму Пуассона, не зря я вот это расширял, задачу вот эти. Вот эту систему, если я возьму и добавлю уравнение на вес токса, то есть вот эти два возьму уравнения, и вот это уравнение Пуассона возьму в систему. Мне это нужно для того, чтобы получить сильно согласованную схему. И у меня получается, посмотрите, пожалуйста, у меня получается 5 уравнений дифференциальных. На 4 неизвестных функции. 3 компоненты скорости, 1 давление. И система получается переопределенная. А это очень тяжелая штука. Я не могу решать переопределенные системы просто так, потому что я найду из 4 уравнений все мои численно, ну, при начальных данных соответствующих, найду численные значения, но я должен найти такие решения, которые удовлетворяют оставшемуся. Вот в этом искусство решения переопределенных систем. Это трудная задача. Поэтому я пока сделал так. Ну, я это уравнение не применяю, уравнение неразрывности, а нахожу давление из этого уравнения, вот с учетом этого члена, и скорости нахожу из навес токса. А потом буду проверять выполнимость уравнение разрывности как закона сохранения в разностной форме. Вот так будем делать. Но при этом я утверждаю, что вот таким образом полученное уравнение обладает сильным соответствием, сильной согласованностью. Это проверяется. Вот тем самым я получаю вот переопределенную систему вот этого F0, F2, F3.
это вот Навьестокс и неразрывность, плюс Навьестокс, и плюс вот это Пуассон от давления, написано уже в компонентах, не в векторном виде, в компонентах. Видите, довольно длинное, но тем не менее, вот которым я не учитывал, который обращается в ноль, есть уравнение неразрывности выполнено, я включил в уравнение, мы включили. Естественно, мы вместе все делали. И вот это можно проверить по построению, это сильное соответствие. Мы доказали, поскольку это базис Грёбнера разностный. Если разностный базис Грёбнера удовлетворяет условию согласованности, то есть переходит, когда шаги сетки стремятся к нулю, в базис Грёбнера дифференциальный, тогда это требование, тогда это доказывает сильную согласованность. Остается только один момент. Я найду, а что у меня будет с этим уравнением? Как мне проверить это? Будет ли оно? Я буду проверять, мы будем проверять. То есть вот получено, пока мы его сделаем. Давайте мы возьмем такую вещь. Возьмем единственное вот нестационарное решение, которое найдено. Мы уже использовали его. Это, кстати, двумерный случай был получен в нашей работе 2017 года. Путем хитрых манипуляций с байсами Грёбнера. Один из наших соавторов Ласкало, коллега, к которому я не один раз ездил в университет в Бари, он, чтобы считать разностные байсы Грёбнера, пока нет ни одного софта, который считает разностные байсы Грёбнера. Это очень нетривиальная вещь. Он хитрыми трюками сводил к чисто полиномиальному дифференциальной. И нашел, манипулируя вот эту схему, о которой я буду говорить, двумерный случай. А я вот это показываю трехмерный случай. Вот эта новая схема, вот это, но ее в трехмерном еще надо тестировать численным образом. Вот. И вот давайте мы двумерный случай проанализируем, двумерный аналог. Из этой сразу двумерный вытекает. W равный нулю взяли двумерный случай. Все понятно. Вот точное решение. Единственное точное решение. Время зависит, число Рейнольдса зависит, косинус, синус. Обращаю внимание, что оно бесконечной энергией обладает. Поэтому Ольга Александровна доказала существование решения с конечной энергией. А это решение обладает бесконечной. Интеграл по модулю, если у квадрат брать, по всему пространству интегрировать, он будет расходиться. По пространству, если при фиксированном t интегрировать. Если t увеличится, экспоненциально убывает. Но если t фиксировано, интеграл бесконечный. Поэтому, но тем не менее, для проверки на точном решении это его можно. Мы будем проверять. Вот. Давайте я только чуть-чуть, чтобы вычисление упростить. Я возьму одинаковый шаг. Кстати, я не сказал еще. Ребята, вот эта схема, она не только, видите, она сохраняет консервативность. Видите, вот эта дивергентная форма на дискретном уровне. Это консервативность означает схема. То есть она сильно согласованная, консервативная схема. И еще симметрична. Она обладает симметрией, перестановка У, В и Т. У, В, W между собой можно переставить. Соответственно, заменить. И, соответственно, если я переставлю УВ и Т, я переставлю тогда D1, D2, D3, тоже, соответственно, буду переставлять. И будет вот такая дискретная перестановочная симметрия выполнена. То есть это тоже важный момент. Вот так что мы, чтобы не нарушить, мы возьмем одинаковый шаг по времени всех пространств. А по времени... Тау по пространству шаг H1, H2, H3 равно... Просто легче так считать. Счет непростой, численный. Поэтому вот ограничимся вот такой дискретизацией. И вот она. Тогда получаем двумерный случай наших схем FDA1. Я должен следить за временем. Да, видите, как я за час рассчитываю. Чуть-чуть, может быть, задержусь. Вот. Значит... Вот эта схема наша, вот эта схема, двумерный аналог полученной схемы. Теперь, я возьму теперь, вот этот член, поскольку я знаю, что D1
то вот это обращается в ноль, если уравнение неразрывности выполнено. Я просто выброшу. Возьму алгебраически, проредуцирую вот этот по первому уравнению. А нет, и это FDA2, это не так. FDA2 я возьму по наивности, чтобы было видно, что наивный тут тоже не проходит. Я вот это уравнение, вот это, просто дискретизирую. Вот это уравнение и уравнение Пуассона для давления. Просто заменю производные, без всяких редукций, заменю производные на разностные выражения. Возьму и у Пуассона для давления, а это опущу член. Потому что он обращается в ноль, если уравнение неразрывности выполнено. Тогда я вот это получу. Вот наивная дискретизация FDA2, которая согласована в обычном слабом смысле, но она не согласована, это сразу видно в сильном смысле. Это вот это уравнение не является следствием вот этих трех. Ее непрерывный предел, когда шаги сетки к нулю стремятся, является следствием уравнения Навье-Стокса, но не сама она. Не является следствием разности. Поэтому она в сильном смысле не согласована. Возьмем ее. Возьмем уравнение теперь, вот это вот, которое как наше, только выкинут вот этот последний член. Уравнение Пуассона. Выброшим. Что мы делали раньше, выбрасывали. Посмотрим, что будет здесь. И здесь оставим этот член, но откажемся от дивергентной формы. Вот видите, вот такие маленькие вариации, 4 в 7, они отличаются друг от друга. И давайте сравним мы. Да, ну замечание такое, что уравнение F3.2 во второй схеме, которую мы получили, оно не согласовано, о чем я уже сказал. Это проверяется легко. Вот теперь давайте посмотрим чисто на эксперименты наши. Они удивительные получаются. Вот я беру точное решение, наше G. Я буду ошибку считать. Я поставлю, возьмем разностные, смотрите, начальные условия из точного решения и будем решать начальную задачу. Ошибку, очень важный критерий, ошибку ошибку дискретизации уравнение неразрывности будем считать по формуле Фрабениуса. Стандартная мера Фрабениуса. Вот она вычисляется. Мы берем во всех точках сетки, а мы вот в таком квадратике будем делать. Возьмем Рейнольдса 100, вот такой шаг возьмем по времени, который обеспечивает устойчивость. Это в монографиях есть, это общепринято. Значит, и вот будем считать, во-первых, ошибки будем считать в скоростях, которые появляются, сравнивая с точными решениями. Ошибки в скоростях. И будем считать отклонение от уравнения неразрывности, дискретного уравнения. Вот у нас будет ошибка в законе сохранения. Потому что мы его не используем в решении, только в начальной точке. Мы решаем, как осталось, задачу переопределенную, давление из Пуассона, а скорости находим из уравнения Навье-Стокса. Вот мы решаем. Давайте теперь посмотрим на численные. Вот давайте внимательно смотрим. С разными шагами сетки. Вот шаг 0,1 сетки. Это наша схема. Она уже точность имеет приблизительно 3 на 10 минус 4. Хотя обратите внимание, схема второго порядка. Значит, ожидать надо ошибку на уровне 1/100. Она получается на уровне, скажем, меньше, чем 1/1000. Вот 1/1000 здесь ошибка. Уже при этом шаги сетки. А с увеличением шага, то есть с дроблением шага, она, конечно, идет еще более точно. И, например, младший шаг, который мы были, 0,025. Вот она на уровне 10 минус 6, ну, там 3 на 10 минус 6 ошибка. Ошибки по скорости U и V в силу симметрии совпадают. Ошибка давления желтым, она немножко больше. Решаем все-таки уравнение Пуассона для давления. А скорости, вот видите, то есть это наша схема, лучшая. А что другие схемы делают? Вот эта схема наивная дискретизация. У нее ошибка, посмотрите, если у нас вот на этом уровне было 10, на 2 порядка, на 3 порядка больше, вот изначальной.
Я сюда перейду. Здесь минус шестой, ну, с коэффициентом. Здесь минус шестой, последний шаг. А здесь 10 минус третий, в 1000 раз хуже. В 1000 минимум раз хуже. А вот схема, где мы выбросили вот этот член последний, а уравнение неразрывности не принимали во внимание, она вначале-то хорошая, но она неустойчива. Она идет, ошибка растет с дроблением шага, вот смотрите, и срастает очень быстро. Мы сломали устойчивость. Это плохо. Хотя она сильно согласована. Устойчивость – это другая вещь важная. Хорошо. Теперь FDA4, где мы только не брали дивергентную форму, там учитывали этот член, все. У ней ошибка где-то порядка 10, у нас 10 минус 4, в общем, в 10 раз. Вот я сейчас сравню прямо здесь, вот здесь. Видите, 10 минус 4 на это, а здесь ошибка F4, 10 минус 3. То есть мы на порядок ошибку, за счет дивергентной формы мы на порядок ошибку уменьшили. Вот. Но самое удивительное происходит в сравнении с неразрывностью. Когда мы получили, то показалось, вообще такого быть не может. Посмотрите, пожалуйста. А, FDA1, FDA4, вот это. Это я опять FDA1 внес. Это два, извините, это у меня рисуночек. А, это вот что у нас. Да, FDA1. Значит, я вот уравнение неразрывности. Посмотрите, что происходит. Посмотрите. Это мы, конечно, сейчас догадываемся, в чем дело, но сам факт. Смотрите, что делается. Вот FDA4 схема, она 10 минус 1. Ошибка в наследовании закона сохранения. FDA2, FDA3, вот эта неустойчивая схема быстро растет. FDA2 наивная, это 0,1 ошибка. FDA4 лучше, но все равно 10 минус 4. А наша схема 10 минус 10 дает на 6 порядков. Мы не учитываем это уравнение в решении. Оно выполнено. Схема второго порядка. И никак не ожидать, что она будет много лучше, чем второй порядок вашей работы, закон сохранения. Но факт есть факт. Я вам даю численный результат. Это предстоит, мы сейчас занимаемся этим, и предстоит выяснить, построив первое дифференциальное приближение, это наш следующий проект, тогда мы ответим на вопрос, что тут происходит, что на самом деле здесь есть. Может быть, это выполнено только для этого решения, мы не знаем. Вот трехмерную задачу, мы уже нашли три, вернее два, но они содержат параметры, ну пусть два независимые, обобщение вот этого решения, оно известно. И еще новое решение, найденное не так давно, в 2017 году, из физтеха команды. Новое точное решение уравнения Навиа-Стокса. Вот мы с точными решениями поиграемся уже с разными точными решениями на трехмерном случае. Посмотрим, что происходит в трехмерном случае. Ну вот вам, но в любом случае, если это даже выполнено только на этом решении, мы видим преимущество этой схемы, вот по крайней мере, забывая о неразрывности, мы уже видим вот здесь преимущество этой схемы уже в точности У, В и П. Минимум в 10 раз по сравнению с другими схемами, которые мы знаем. Мы еще будем с другими схемами, которых пока не пробовали, заниматься. Вот такие вещи. То есть что мы видим? Что уравнение следствия, я сейчас вот заключение перехожу на вопросы, чтобы ответить. Значит, мы получили, во-первых, трехмерную новую схему, которая сильно согласованная, консервативна, то есть дивергентную форму имеет и симметрична относительно перестановок, присущих изначальному уравнению, изначальному Навиа-Стокс, перестановочная симметрия. Мы, значит, используем дифференциальный и разностный Байс и Грёбнер, получить эту схему. И она, полученная схема, допускает, то есть численно решать, во-первых, уравнение, из уравнения Пуассона давление находить, а из уравнения Стокса находить скорости.
И все это получается достаточно на примере одного пока решения согласованным образом. И вот это, на этом точном решении вы вычислили эксперименты, сделали двумерную, пока задачу говорю двумерную, и она превосходит остальные схемы. Я уже могу ответить на вопрос, самой популярной в мире схемы, она тоже превосходит. Это мы пока посчитали, но еще надо перепроверять. Самую стандартную, которая используется чаще всего, это схема MARC. Называется Marker and Cell, маркеров и ячеек схема. В шахматном порядке там вы разработали схему узлы сетки. Ну, в общем, это отдельная работа будет. Так. И вот оно сохраняет уравнение разрывности много лучше, чем остальные схемы, чем порядок схемы. Вот эта задача, ну, может быть, это просто для данного решения. Но это надо проверить. Что угадали мы просто структуру для данного решения. Закона сохранения, каким-то образом в схеме. Вот. Ну и хорошо, то вот ссылочки наши, вот эти все графики уже мы выложили в архив, чтобы народ с нами общается, уже редактор журнала по физике жидкости пригласил нас направить статью, надо будет написать отдельно туда. Вот. Так что это много занимается людей, сообщество вычислительной гидродинамики очень большой в мире отслеживает это. Поэтому мы вот эту, которую выложили, я где это вот. Вот в архиве лежит работа, чтобы народ знакомился. Кое-что там надо подправить, но потом мы направим работу уже в журнальный вариант по полной весу. Подправим, еще протестируем ряд еще схем и отправим. Вот. Ну что ж, благодарю вас за внимание и готов отвечать на вопросы. Спасибо. Есть ли вопросы? Пожалуйста. Михаил Дмитриевич или кто? Леонид Антонович, пожалуйста. Коллеги. А если позволите, я тогда начну, вопрос задам. Да, хорошо, конечно. Владимир Петрович, а вот, поскольку я уже слушаю ваш доклад уже на двух языках, питерский доклад, мне, видимо, немножко проще, чем остальным, несколько таких вопросов, странных, может быть. А вот P исключить не пробовали из системы уравнений? Вот не вообще. Не исключается, невозможно. На это можно точно ответ дать. Ну, можно же поднять порядок уравнений и исключить спокойно. Нет. Вот слушайте, вот мы делали так. Мы попытались проверить. Вот я решаю по P и по V, принадлежит ли у меня, и нахожу решение точное, предположим. Я хочу проверить, будет ли уравнение разрывности следствием уравнения Пуассона и Навье-Стокса. Нет, оно не является следствием алгебраическим, разностным следствием, понимаете, не является. Эти уравнения переопределенные, но они не являются алгебраически зависимыми. Это точный ответ. Вот эти все пять уравнений, они не являются алгебраически зависимыми. Это проверяется методом Вайса-Брюмера и методом декомпозиции Томаса. То есть не получается так. Простите, я немножко другое имею в виду. Вообще избавиться, вот взять уравнение Навье-Стокса и вообще из них исключить переменную P. Оно не исключается. Вот я вам показал, уравнение Пуассона вы получите, там P не исключается, оно выражается через УВЕ, и T не исключается. Уравнение одно на P не существует. В идеале уравнение дифференциального, который содержит только P, его нет. Хорошо, я понял, спасибо. Угу. Леонид Антонович? Да. Прошу прощения, я как-то затормозил. Да ничего, вот. Мы ждем. Все достаточно серьезно и глубоко. Поэтому, если вы, Владимир Петрович, позволите, мы к вам еще будем обращаться с вопросами. Конечно. Не так сразу. Ради Бога. А переварим. Ради Бога. Действительно. Конечно. А можно еще один вопрос? Да. Конечно.
А вот если у нас такая ситуация, допустим, что дифференциальный идеал у нас не является простым. Ну, скажем, он какой-нибудь там как-то хитро устроен, там пересечение соответствующих простых идеалов. Ответ, да, я догадываюсь. Значит, структура дифференциального идеала полностью исследуется дифференциальной декомпозицией Томаса, и речь идет о радикальном дифференциальном идеале, порожденном этими уравнениями, то есть у которого нет кратных корней, радикальный дифференциальный идеал. Mm-hmm. Он генерится как конечное пересечение простых идеалов. Это все исследовано. Для уравнений. Ну, например, ответ на это дает декомпозиция Томаса. Дифференциальная. Полную структуру. Можно даже общее решение аналитическое написать, от каких параметров зависит, локальных. Это все решается. Только и аппроксимацию вы пишете тоже для радикальных идеалов, да? Нет. Оно порождает, то есть мы, я точнее скажу, условие сильной согласованности связывает, так сказать, perfect, совершенный идеал разностный, который аналог радикального дифференциального в разностном случае, с радикальным дифференциальным идеалом. То есть разложение Томаса сразу отвечает на вопрос о радикальности этого идеала дифференциального. Сразу. Он радикальный. Вот этот идеал, порождаемый уравнениями на вес Стокса, радикальный дифференциальный идеал. Спасибо. Угу. У тебя, Дмитрий Сергеевич, естественно, нет вопросов. Ты сразу все понял. Я не могу сказать, что я все понял. Нет, действительно сложная очень конструкция, поэтому так сразу. Нет, конструкция сложная, конечно, но что делать? Но я хочу сказать, все, что мы сделали, вот, что все, что идет от Томаса, этой композиции, все на уровне теорем сделано. Угу. То есть здесь строгий алгебраический анализ, а уж численный метод – это другое дело. Мы тут не можем доказать строгую сходимость, но она есть вот и в численных, видно из численных экспериментов. Угу. И видно, что мы локально у нас гладкое решение, численное получается, вот если мы исходим из этого начальных условий, локально оно гладкое. И мы это еще исследуем первым дифференциальным приближением, свойства гладкости. Владимир Петрович, скажи, пожалуйста, Ворожцов далеко продвинулся в этих направлениях? Ну, Ганжа здесь есть, но в действительности Нет. Тут дело в том, что Ворожцов это не хороший... Хороший численник, но он не алгебраист. Ага, понял, да. Он хорошо знает численные методы Навия-Стокса, очень хорошо. Но здесь именно алгебра всю информацию дает. Ясно. И еще один формальный вопрос. Владимир Петрович, ты сможешь переслать эту презентацию кому-нибудь из нас? Ну, например, пожалуйста, кому? Дмитрию Сергеевичу, любому кому. И Дмитрию Сергеевичу тоже, да. Ну, давайте, я вам все, у меня ваши эти самые есть, я перешлю. Спасибо. Всем троим, по крайней мере, Сергеевич, заинтересованным, да. Сторонам. Спасибо. Ну, ладно, спасибо вам за внимание. Очень здорово, действительно, большое спасибо, Владимир Петрович. В этом году вполне вероятно, что твой доклад – это крайний. Но в будущем году мы с удовольствием будем тебя слушать. Я тоже буду надеяться. Дай Бог нам здоровья, пережить пандемию и тогда... Продолжить работать нормально. Хорошо. Ну ладно, всего доброго, счастливо. Да, до свидания. До свидания. Всем до свидания, Дмитрий Сергеевич. До свидания. До свидания всем. На сегодня заканчиваем. До свидания.